внимание, главный товар только сегодняшнего дня от бренда Фабади. Это те самые роскошные кашемировые колготки. Каждая вторая пара за 500 рублей. Эту акцию мы сохранили в честь дня рождения нашего телеканала. Нам 11 лет. У нас в гостях наша подруга, наш друг, наш эксперт, официальный представитель бренда Фабади в России Ольга Крупинина, которая вот всегда говорит о том, что нужно беречь свое здоровье обязательно, особенно сейчас в холодный период. Обязательно нужно беречь свое здоровье. И вот такие вот колготки из натурального кашемира. 35% кашемировых нитей, 60% здесь натурального хлопка. Что мы получаем, какую пользу мы получаем от этих колготочек? Но прежде всего, конечно, это быстрое тепло, сухое тепло. Это преображение ваших ножек, потому что если у вас что-то непорядок с венами, есть уже, да, какие-то проблемы, то решаются с помощью вот этих колготок, потому что облегчаются боли, снимаются воспалительные процессы. Колготочки высокие, комфортные, закрывают всю нижнюю часть, тазовую, да, поясничку нашу закрывает. А почему это важно? Потому что здесь у нас все наши женские органы, которые нужно беречь, и особенно в холодный, зимний вот такой вот период. Посмотрите, какая красота. Ой. У нас есть разные цвета. Вот я сейчас держу серый, да, такой темно-серый, коричневый. И вот мне очень нравится, да, как смотрятся эти колготочки, как смотрятся они сами по себе, как смотрятся они на наших женских ножках, как они благородно выглядят, потому что это натуральный кашемир, который является вообще кашемировые нити. Конечно. Это царица среди тканей, вот среди, да, вообще шерстяных каких-то изделий. Ну и, конечно, мы постарались сделать их максимально приятными к телу. Они долго будут носиться, несколько лет, ничего с ними не произойдет, за ними очень легко ухаживать. Если у кого-то достаточно сильное потоотделение, то в таких колготочках никогда не вспотеете, никаких аллергических реакций, потому что они полностью гипоаллергенны благодаря вот такому натуральному составу. Ну и, конечно, максимальное удобство и комфорт в течение целого дня, когда вы будете их носить. Все шовчики у нас анатомически, проработана пяточка, мысочек, нигде они не вытягиваются. Посмотрите, как наши ножки стройнеют буквально на глазах, просто, когда мы надеваем вот такие, да, вот колготочки. А какое приятное ощущение! Невероятно эти ощущения, вот знаете, пожалуйста, что облачко обнимает. Да? Такие приятные, такие нежные. И обратите внимание, что они у нас однотонные. Да. То есть такие колготки вы надеваете со своими красивыми, шикарными кожаными сапогами, да, с юбкой-карандаш, с платьем. Идете в театр, идете в кино, идете навстречу, потому что эти колготки, они элегантные. Смотрится. Каждая вторая пара только сегодня за 500 рублей, поэтому успевайте, звоните. Каждая вторая пара, каждая четвертая пара, каждая шестая и каждая восьмая, поэтому набирайте наш бесплатный номер телефона. И, внимание, коричневый цвет у нас есть, посмотрите на экраны. А далее у нас есть серый цвет, благородный, очень эффектный. Темно-серый цвет и черный. Напоминаю, цена только сегодня. Мы сохранили цену в честь дня рождения телеканала Шопеншоу. 999 рублей. И каждая вторая пара за 500. Давайте скорее выбирать размеры. От 48 до 62. И знаешь, что удобно? Очень удобно, так, что всего две градации. От 48 до 56 это, угу, первая вот такая прям линеечка. И вторая от 56 до 62. Поэтому мы точно не промахнемся, даже делая заказ не только для себя, а, например, кому-то, угу, в подарок. Что сейчас, кстати, актуально. И вот такие вот колготочки, конечно, это лучший подарок любой, слушай, даме, ну, смотри, в любом возрасте. Я заходила, например, в Кальзидонию, там 20 ден колготки капроновые, синтетические, угу, стоят 1566 рублей. И это не предел, Ленок. И это еще, слушай, не предел. А здесь-то у нас кашемир. Это вот сам по себе дорогой материал. Конечно. В принципе. Причем я опять же хочу сказать, что кашемир ценился, ценится и будет цениться абсолютно во всем мире. И самое главное, самые известные бренды, которые выпускают кашемировые изделия, знаете, где они берут сам кашемир? Да? Откуда они его получают? Из Монголии. Из Монголии. Слушай, Леночка, вот ты, да, уже знаешь. То есть действительно, а почему? Потому что там те самые козочки, да, кашемировой породы, которые дают невероятно тонкое, нежное руно. Собственно говоря, вот те самые шерстяные ниточки, которые тоньше человеческого волоса, а теплее в несколько раз, угу, чем даже овечья шерсть. Представляете? Вот при такой тонкости, при такой нежности самой
этой нити, они согревают нас молниеносно. Вот я вам еще потяну эти колготочки для того, чтобы вы поняли, да, что у нас плетение эластичное, плетение очень мягкое, широкая комфортная резинка 4 сантиметра, которая мягко обнимает нас, да, в зоне талии, либо даже чуть выше, если нам необходимо. Посмотрите, 200 ден, это тоже очень важный такой фактор. Конечно. То есть колготочки плотные, при этом они тонкие, я хочу это подчеркнуть, поэтому они элегантно смотрятся, даже если вы в каком-то таком дорогом, более даже вечернем уже варианте, на работы вы можете пойти, или просто по своим таким женским важным делам. В любой обстановке вот такие колготочки, это действительно наше женское спасение, да, наши помощники. И при этом посмотрите, насколько они приятны к телу. Вот ткань невероятная. Вспомните, как мы мечтали, кашемировые шарфы, да, а кашемировые пальто, а кашемировые перчатки. Мечтали хотя бы, ну, что-то взять. Здесь кашемировые колготки. Это самый прочный, из износостойкий материал, и он способен лечить болезни суставов своим сухим, проникающим вглубь теплом. Оказывает массажный эффект, абсолютно гипоаллергенным, и не колет, не вызывает зуд. Нежнейшая ткань, да, которая действительно вот настолько мягкая, она настолько вот ласкает вашу кожу, вам приятно ощущать свои ножки в этих колготках. И каждая вторая пара за 500 рублей. Звоните прямо сейчас, успевайте, все звонки бесплатные. У нас 4 цвета есть на выбор. Это черный, темно-серый, серый и коричневый цвет. Выбирайте сразу 2-4 пары. Каждая вторая пара за 500 рублей. Тем более, знаете, цены на колготки сейчас поднимают. Я говорю просто, пойдут 20 ден стоит 1500. 20. А здесь 200 ден. Да, 200 ден. И самое главное, что здесь еще очень правильная анатомия, она соблюдена. Почему это важно? Потому что мы в колготочках, давайте признаемся, да, мы проводим практически целый день. Особенно те дамы, которые работают. С утра ушли, вот мы надели эти колготочки, и вечером только пришли. Поэтому в течение дня нам должно быть максимально комфортно. Колготочки нежные, мягкие, они очень хорошо чувствуют форму нашего тела, и они действительно прям садятся, как вторая кожа, да, прям очень аккуратно по нашим ножкам, по зоне бедра, вот хорошо, вопрос, по животику. Оль, скажи, да, вот не будут ли сползать? Потому что обычно выбираешь колготки, даже дорогие выбираешь, так, они во время ходьбы сползают, и получается паховая зона, вот именно внутренняя часть бедра, остается голенькая. То есть стянулось, да, у нас вниз, и все равно натирают. Забываем, Ленок, про это. Забываем. Правда? Почему? Потому что, смотрите, давайте я прямо измерю для вас вот эти вот колготочки. Да, вот сейчас покажут нас. Угу. Посмотрите, это в своем таком первозданном виде. Вот у нас колготочки, напомню, что у нас всего две градации. От 48 до 56, от 56 до 62. И измерим их вот в таком пока варианте. Угу. Итак, у нас вот до паховой зоны у нас 31 сантиметр. Посмотрите. А теперь я тяну. Прям я тяну, 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 тяну. И у нас 65. Даже уже не видно сантиметров. 65. Да. То есть практически в два раза. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Празднуйте день рождения вместе с нами и берегите свое здоровье.